Несколько пакетов эко-подарков за заботу об окружающей среде получил 7-летний Тимур Стрем из Челны. Мальчик завоевал спецприз Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого», учрежденной Росприроднадзором весной этого года. Награды Тимуру вручили в территориальном отделении ведомства. Свой приз любитель зеленого образа жизни получил за видеоролик. На нем Тимур рассказал и показал, как он сортирует бытовые отходы. Около дома у нас есть сетка, в которую мы бросаем бутылки. А отходы, которые нельзя сортировать, это мы относим в мусорку. А другие отходы мы относим к бабушке в яму. Всего на премию «Экология. Дело каждого» поступило 9500 заявок. В шорт-лист вошло около 650 работ, в том числе видеоролик Тимура. На территории Мурманской области и Карелии он оказался единственным участником конкурса. Подарки мальчик планирует разделить с родителями, которые помогли ему подготовить ролик.